Man tā problēmas ar kungi. Я забрал свою одежду. Es pacēlu savas drēbes. Но я не к тому сегодня, чтобы ты... Es ne par to šodien, lai tu... Забирал свою одежду. Izņēmu tos. На тот момент... Bet tajā brīdī... Я забрал свою... Es pacēlu savu džemperu. Krakumu. Я попросил пастора. Es lūdzu mācītāju. Помазать мой живот. Lai viņš sasmērē man vārdu ar eju. Когда я пошел на свое место. Kad es devos uz savu vietu. У меня внутри как огонь был. Man iekšē nebija kaut kuts. Да, приехал домой. Tad es aizbraucu mājās. Мне, наверное, время. Kādu laiku. Я даже боялся кому-то говорить. Man par bāju bija kādam teikt. У меня перестал болеть живот. Bet man vairs nesāpēt kumis. И я начал кушать все. Un es sāku ēst visu. Если бы вы видели, как я ем перец. Ja jūs redzētu, kā es ēdu pipars. Я ем ложкой. Es vienkārši ēdu to karotē. Я ем соленое, кислое. Es ēdu sāļu, skābu, saldu. Все ем, кроме сала. Ēdu visu izņemot speti. Просто не люблю. Man vienkārši tas negaršo. Поэтому я тебе говорю. Tāpēc es tev saku. Доверься Богу. Uzticies Dievam. Аминь. Амэн. И перед тем, как молиться, я бы хотел просто вам рассказать. Es vienkārši jums vēlētos pastāstīt. Как? Kādā veidā? Какими принципами? Ar kādiem principiem? Приходи. Atnāk. Исцеление. Dziedināšana. Жизнь человека. Cilvēka dzīve. Первое. Pirmā. Скажи первое. Pasaki pirmā. Исцеление приходит. Dziedināšana nāk. Через возложение рук. Caur roku uzlikšanu. Проповедник берет кулак. Sludinātājs ņem stūri. И выгоняет из тебя болезнь. Он изданут тебя в свою. Нет. В Библии написано. В Библии написано. Евангелие от Марка. Марка Евангелия. 16 главе. 16 модель. 18 стихе. 18 стихе. Там написано. Кури написано. Положен. Узлиц рогас. Ну как положен, я не знаю. Ну как узлиц с нами. Как может, так и положен. Кас кава раста узлиц. Сегодня ты это увидишь. Сегодня ты это увидишь. Самое главное. Пац главное. Сегодня тебе главное. Получите исцеление, правда? Аминь! 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 Я даже иногда бил людей. Знаете, я когда смотрю, они не умирали. Вы не небе. Но они выплевывали раковые опухоли. Но вы не шпляли, а вещи шунас. Да. Я. Так вот первое. Тогда первое. Скажи соседу. Саки с каменем. Я могу получить исцеление. Эй, свару, саки дзиди наши. Если это не я, я узнаю, узнаю. Руки. Аминь. Аминь. Второй момент. Вторый момент. Более важный. Я вам сварикалась. Более серьезный. Я новбеднаюсь. Исцеление приходит. Дзеди наш надо. Через послушание Богу. Цар Павлос и Гудеевым. Скажи соседу. Саки каменя. Ты можешь людей не слушать. Ты вот не клаусить, а цела. Ты можешь и меня не слушать. Ты сварит маме не клаусить. Но Бога слушать надо. Да Диеву я клаусил. Но Бога слушать надо. Диеву и Якоса. Саки Каймию. Диеву и Якоса. Если ты хочешь жить здоровым. Gribi dzīvot vesels. Polnocenai žīvi. Pilnvērtīgu dzīvi. Blagoslavienai žīvi. Svētīgu dzīvi. To nada slušīt Bogu. Tad ir jāklausa Dievs. Knīga Izhod. Un pirmā mūs. Knīga Izhod. 15. glava. Otrā mūs. 15. nodaļa. 15. glava. 15. nodaļa. 26. stīks. Если будешь слушать голоса Господа, я ты голосишься Дева, так Бога моего, дава Дева голоси, и делать угодно, он дарит Бога Сыня Тикамс, перед очами Его, меня отцу преча, и внимать заповедям Его, он на нем все вара, а не помаци, и соблюдать все уставы Его, он не вара, а совести с Владыкус, то он не наведет на тебя ни одной из болезней, да меньше не упевешься, если он наверно на сломиба, который он навел на Египет. Kurus viņš uzsūtīja Ēģiptē. Paslušaj, если будешь слушать. Paklausies, ja tu klausies. Голоса Бога. Dieva tā Kunga balss. Neizpalnēt. Un izpildīsi. Centīsies. To, što Bog tebe zapavēd. Darīt to, ko Dievs tevi licis. Bog nenavidot. Tad Dievs neuzvedīs tevi. Ne vienu slimību. Ne vienu slimību. I znaite, kada... Un ziniet. Jā. Kad es dzirdu. Как в Библии написано. Как в Библии написано. Бог говорит, я покажу разницу. Dievs saka, es parādīšu atšķirību. Между верующим. Starp ticīgajiem. И неверующим. Un neticīgajiem. То я вижу первое. Tad es pirmkārt redzu. Разница должна быть в том. Atšķirība ir jābūt tajā. Верующие люди.
Ticīgi cilvēki. Viņi nedaudz bija. Viņiem nav jāsnino. Skaži, začiem? Pasaki, kāpēc? Tradīt dīņi na lekārstu. Ir jātērē zālē nauda. Jūs saglasītos? Un piepildiet. Kad tu esi zdarovs? Kad tu esi vesels? Tev хорошее настроение. Tev ir labs garstāvoklis. Tev ir хорошее аппетит, правда? Tev ir laba apetīte. Ты можешь иди проповедовать Евангелие. Ты вари есть водинат Евангелие. Можешь работать. Ты вари страда. Можешь рожать детей. Ты вари земле парус. Ты можешь делать что угодно. Ты вари делать венаука ко. Но когда ты больной. Да так ты тоже слимс. Я смотрю на людей. И скажу с человеком. У меня есть знакомые. Мали пазинес. У них диабет. Вене не диабет. И они хуже, чем наркоманы. У меня слыта, ты не как наркоман. Они два раза в день. Вене пьют сразу с дня. Болят себе укол. Я шприцаю инсулин. Они едят какие-то таблетки. Вене я как залз. Они живут в страхе. Вене всю лайк его байлас. Я предлагаю тебе сегодня. И спередавай это в шоден. Другую жизнь. Цейту дзейм. Я предлагаю тебе сегодня. И спередавай это в шоден. Прими решение. Пеня шаламу. Если ты до этого дня. Я тулы чай дина. Не очень слушал Бога. Не люди клаусы Дем. Ну прими сегодня решение. Да пеня шоден лаву. Начни его слушать. Сад с ним поклаусы. И от тебя тоже могут уйти болезни. Он аренотер старайся это промслымеемс. Амин. Аминь. Еще одно место. Велкин Ракс. Книга Исход 23 глава. Вот на Маусус 23 года. 15 стих. 15 пальцев. Я даю вам рецепты. Es jums dodu receptes. Kā может прийти исцеление? Kā var atnākt dzīvināšana? 23. nodaļa. 25. stīk. 25. pants. Служите Господу. Bet tev būs kalpot tam kungam. Богу вашу. Savam Dievam. Скажи соседу. Saki kaimiņam. Служите. Kalpojiet. Служите. Kalpo. Служите. Kalpo. Господу. Dievam. Богу вашу. Savam kungam. И он благословит. Un viņš, tad viņš svētīs hlieb tvoj, tavu maizi i vodu tvoj, un tavu ūdeni i atvratīt un novērsīs i uidūt un aizies at tībā barīt visi tavu slimības halleluja halleluja pristāt iedomājies šo tak prost visi tik vienkārši služīti Bogu kalpojiet Dievam jesli ļudī neslužam Bogu zinu, kā cilvēki nekalpo Dievam viņi kam uzlužam tad kam viņi kalpo viņi dievus viņi kalpo valnam. Нету третьего. Нау треща. Нету посередине. Нау видус цели. Людям хочется. Цилах я грибас. Но так не бывает. Ведь та немас будет. Потому что Бог сказал. Тапец, когда Иосиф пейц. Есть два пути. И двиг цель. Есть путь жизни. И дзивиг цель. И есть путь смерти. Не навс цель. Есть путь благословения. И светиг цель. Есть путь проклятия. Он и ласты цель. Выбери первое. Извелась первое. Скажи соседу, выбери первое. Камень, извелась первое. Благословение. Из этой святības цели. Зачем тебе проклятие? Капец, давай тебе глаз. Аминь. Амен. Халлелуя. Халлелуя. Дальше. Тава. Вы что-то понимаете? Боюсь, это устварен. Да. Еще исцеление приходит по вере. Вы отцели наши на воротам, так стрицились. По слову Бога. Pēc Dieva vārda. Biblija pisarā tādā istorija. Bībalē ir aprakstīts viens stāsts. Būt človēks sūtnīk. Bija cilvēks karavīrs. Viņam zavaļo slugā. Un viņam saslimā palps. Un atnāšu izrīdījās Jēzus. Un viņš reiz satikās ar Jēzu. Jo vēl Jēzus. Un viņš teica Jēzu. Mūs slugā. Mās palps. Očin silna boļa. Viņš ir ļoti slims. И сегодня ты пришел сюда. Сегодня твой сатанцы сушей. Ты не как-то дома был. Может, ты мая скажешь. Может, ты не за родственники были. Может, ты родственники. Может, ты не близкие родные. Может, ты родственники. Может, твои враги больные. Может, ты родственники. А ты хочешь с ними помириться. Да ты любишь меня в салик мир. Если ты с ними помиришься. Я в салик с мир. Они не будут врагами. Да ты не будешь в остальные родненьки. Аминь. И вот слуга. Он был калпс. Он был очень больной. И тебе люди слынь. Но сотник. Bet karavīrs. Viņš strīdījās ar Jēzu. Viņš satikās ar Jēzu. Jēzus gāja ir karašā, es šodien zaidu tībē domā. Un Jēzus teica, labi, es šodien iešu pie tevis mājās. Nu, sotnī gavrīt. Bet šis cilvēks teica. Jēzus. Jēzu. Nu, ja ne te stoja. Es neesmu cienīgs. Štobē tika mnie dom prieka. Lai tu ienāktu manā namā. Un kāds, mūžēt, neubrana būt. Tu zini, varbūt nebija sakārtots. Mūžēt. Кресло уже дырявое было. Varbūt, да, кресло jau bija caurs. Может, шторы были грязные. Aizkart, я не знаю. Ну, я не знаю, капец. Иисус, сотник сказал. Bet šis cilvēks teica. Иисус, я не достоин. Jēzus, neesmu cienīgs. Чтобы ты зашел под кровлю. Lai tu ienāktu zem mana jumta. Но сотник попросил. Bet šis karavīrs lūdza. Иисус. Jēzus. Скажи только слово. Saki tikai vienu vārdu.
Он сказал Иисус. Viņš teica, Jēzus, я сам такой человек. Es pats esmu tāds cilvēks, который привык. Kurš ir pieredis. Послушание. Būt paklausībā. И он говорит, я говорю своим подчиненным. Viņš saka, es sāku saviem pakļautajiem, ej. Идут. Un viņi iet. Говорю, стоять. Es saku, stāvēt. Стоять. Un stāv. Говорю, лежать. Saku, gulēt. Лежать. Viņi guļ. Иисус говорит, хорошо. Jēzus teica, labi. Сотник. Un šis cilvēks prišo domāju. Atnāca mājās. Īvina v to vrīdā. Un tieši tajā laikā. Kad Jēzus skazā. Kad Jēzus teica. Eta slova. Šis vārds. Jo spogā. Tavs kalps. Izsilījās. Šis kalps tika dziedināts. Amin. Amen. Ešo izsilījā prihodī. Vēl dziedināšana. Kādā jūtīm puķom. Ziniet tādā ceļā. Katorā man ļoti ļoti. Tas, kas mums neļoti patīk. Čiris pakajēni. Caura nožāva. Через покаяние. Цаложа. Вообще покаяние. Ложа. Это единственный путь. Tas ir vienīgais ceļš. К вере. Pie ticības. Покаяние – это путь благословения. Грехножава – tas ir ceļš uz svētībā. Покаяние – это путь процветания. Грехножава – tas ir ceļš uz svētībā. Покаяние – это путь исцеления. Tas ir ceļš uz dziedināšanu. В Библии написано. Bībelē rakstīts. Исповедуйтесь друг перед другом. Иисус цит цитам своих грехов. Чтобы вам исцелить. Вы заняты цельно. Представьте в моей жизни. Я думаю, это моя жизнь. Был такой случай. Передать гадаем. Когда мы с моей женой. Когда мы с этим сыном. Служили в Москве. Колбоя Москва. Нас пригласили в один дом. Муж узнает, когда дома. Муж и жена. Вишен сын. Жене было 43 года. Сыну было 43 года. Мужу 49. А вирам 49. У них у обоих был рак. У меня мама была везис. Им уже сделали очень много химии. Виням люди давали химиотерапию. У ее мужа из горла торчала трубочка. А вирам у папы была цаурлита. Пол его тела было парализовано. У пуса виня термина была парализована. И когда мы приехали к этим людям домой. У когда мы собрались к этим человекам из мая. И когда мы начали в их доме молиться. Какой мы сагал лук вини дома. Заметьте, не за них молиться. Я ворот не пер вини. А в их доме молиться. Ведь лук вини дома. То первое, что мне Бог показал. Ты первое, что вам порадил Дios. Я этим людям сказал. У нас есть еще целое. Мужу и жене. Сила и вина. Знаете что? Зелет кло. Я не буду молиться за ваше исцеление. Я снова уже приусу дети наши. Вам нужно просто сесть. Jums vienkārši ir jāapsēdz. Pagavarīt. Un jāaprināt. Vam nužno prastīt. Jums ir jāpiedod. Vam nužno drug drugā prastīt. Jums ir jāpiedod vienam otram. Jūs esat nodzīvojuši dzīvi. Vaša žizne bola izmiena. Un jūsu dzīvē bija grāpšana. Es nezinu, kurš kuram grāpa. Žinā muži ili muži žinā. Sieva vīra vai vīrs sieva. Ili ne oba izmiena. Vai ir jābūt. Но я говорю, вам нужно поговорить и друг друга простить. Да, кстати, у вас я поранаюсь, я веду одни. Что вам терять? Кажется, у вас есть позавжен. Вы почти под 50 лет. У вас я вам я на 350. И у вас рак. У нас я не вижу. Можете умереть. У вас родного. Если вы согласитесь простить. Да я не успею, если я верю. Если вы согласитесь исповедаться друг перед другом. Я не успею, если это одно из суда, грабь, свет, свой. Болезнь уйдет. Да, слыми и вайзи. Там не открыл Бог. То мы открыли Деус. И эти люди. Šie cilvēki. Они пошли на кухню. Viņi devās uz virtuvi. Нет, нет, мы пошли на кухню. Nu, mēs devāmies uz virtuvi. Пить чай. Iedzert tēju. Они остались в комнате. Bet viņi palika istabā. 40 минут. Un 40 minūtes. Муж и жена. Vīrs un sieva. Они друг другу исповедовали. Viņi izsūdzēja viens otram. Они прощали. Viņi piedeva. Они не рассказывали о своих грехах. Они просто прощали. Viņi vienkārši piedeva. И они говорили, что может быть лучше. Мне дайте, как вы будете ловать? Капедут. Когда мы зашли в комнату. Тогда мы сегаем из тебя. На полу. Тогда сгрыз. Была лужа. Пье пельки. Ну, небольшая. Но налила. От слез. Но асера. Знаете что? Зелеко. Через полчаса. Пять пустомдес. Этот мужчина. Шесверец. Со шлангочкой. Ара шлютен, но капло. Он пошел в магазин. Ведь говорю, сгрыз. Хотя до этого он даже по квартире не мог. Kaut kā pirms tam viņš par paistu var nevarēs tīdā, pēc nedēļas. Šī sievieta. Viņa atbrauc pie mums uz dievkalpoju. Ziniet, ko viņa teica? Ka viņai vairs nav vēža. Amen. Lūdzu, slavu Dievam. Pagaļāni. Grēknožā. В Библии есть одна история. В Библии есть одна история. Это четвертая книга Царств.
Tā ir 4. Mūzes grāmata. Es nu vas ies. Ja jums ir Biblija, možete te atkrīt. Jūs varat tās atvērt. Ja vam prosto pročitāt. Es jums to vienkārši nolasīšu. Ja oči ļubļu etu istoriju. Man ļoti patīk šis stāsts. 4. Knyga Cārā. 4. Mūzes grāmata. 20. Glavā. 20. Nodaļa. Где записывается про одного царя? То есть стас по вину про Езекию. Был царь Езекий. Четвертая книга царств, 20 глава с 1 стиха. Здесь написано. Тури рапстить. В те дни. А тай утра кенич. Заболел Езекия. В те дни лайка, заболел Езекия. Саснова тенич Хиския. Та ротра тенич грамота 20 года. Смертельно. Ведь Саснова узмешено. И пришел к нему пророк. При вине от нас правитель. Один у меня в церкви был случай. Меня один брат. Мавец брали. Он снимал на кинокамеру. Ведь фильмы камеру. Просто служение. Вверхаши, фотограф такой. Фотограф. Но он 8 лет. Да ведь часто уже гадус. Мучался от простаки. Видим, ты просто это. И во время проповеди. Он делал какой майка. Дух Святой мне просто сказал. Святая здесь момент аж потаил. Я сказал, что чувствую из себя от простаки. Ты как стали дзеди нас на простатас? Прошло уже 7 лет. Он погас, это не гадус. Этот брат совершенно здоров. Он же избирался пилный подземный. Он уже мой ребенок. Видим, победим, абанц. Всем. Бог вернул здоровье. Девс отвезли веселый. Через покаяние. Царгак уже. И здесь. Шей. И пришел пророк к нему, Исаия. Одна справедливая мозга. А подсудалась. И сказал ему. У меня в сацеем. Так говорит Господь. Таса, как ты скунс. Сделай завещание для дома твоего. Да. Завещание. По-другому. Ну, сделай завещание. Узрак стыя, мантова ему. И умрешь ты. Он умерся. И не выздоровеешь. Jo tu mirsi un nekļūsi vesels. Просто представь себе, вот ты сегодня живешь. Iedomājies, ka vienkārši dzīvo. Сегодня к тебе приходит пастор Артур. Un tagad pie tev satnāk mācītājs Artur. Ir mēs atpišītie savišķāni. Ies, rakstīt mantoju. Es tā, es jokoju. Нет. Приходит пророк человеку, представь. Iedomājies, satnāk pravītis pie cilvēku. Viņš neļājas man dzīvo. Viņš vēl ir jauns. Mēs еще жить и жить. Vēl viņam dzīvot un dzīvot. Pie viņa atnāk pravītis. Saka, viss. Ты ши завещание. Rasti mantojumu. Ты умрёшь. Tu mirsi. Обидно. Žēl. Amen. Amen. И отворотился Езекия. Tad Хиския погрязи savu vaigu. Лицом своим в стене. Пред сиен. И он молился. Он полоза то кому. И он говорил. Он сацея. Господи. А кумс. Вспомни. Lūdzams piemiņu, что я ходил перед твоим лицом верно. Ka es tavā priekšā esmu staigājis patiesību. Праведным тебе сердце. Un no visas sirds. И делал угодное очах твоих. Un ka esmu darījis to, kas tev labi patīk. И заплакал Езекия. Un Хиския рукти раудāja. Скажите, никто же умирать не хочет. Neviens tiek negrib mirt, vai ne? Ну рано нам еще умирать. Ak, mums vēl jāpadzīvo. Скажи соседу, тебе еще нужно пожить. Cet kārni, tev vēl jādzīvo. И четвертый стих. Исаия еще не вышел из города. У Кадесия в небе ему слово Господне. Не пустили царь пилсаду, тогда кунга варц нац павлик. Возвратись и скажи Езекии. Он сказал, я грезис отпакал всякий Хиския. Владыки народа моего. Мады ставки с вороны. Так говорит Господь. Да, сам это скунс. Бог Давида отца твоего. Давать сделать става, Давида Деус. Я услышал молитву твою. Я сам стал лучше, но склался. Увидел слезы твои. Un es esmu redzējis tavas asaras. Ja es sinu tebe. Redzi, es tevi izdziedināšu. I v tredjej dien. Un jau trešā dienā. Pajūš dom Gospodin. Tu dosies augšā uz tā kunga nam. I pribāru pie dņam tvojim. Un es gribu vēl pie tavām mūžam dienām. Pielikt 15 gadus. Ja drugi cerēja sirīskās pasūtīt. Un tevi, un šo pilsētu es izglābšu no sīrijas ķēniņa rokas. I gorat etat zašiš. Un es pasargāšu šo pilsētu. Amen. Amen. Pristāp. Через покаяние. Цел град уже. Когда Езекия. Как Хиския. Он услышал этот приговор. Да не жди, да я сейчас приду. Он начал молиться. Ведь сам голову дым. Знаете, хорошо. Он зелят лабы. Когда тебе есть что сказать, Бог.
Ka tev ir ko teikt Dievam. Хуже, когда нечего. Слыхал, когда мало будет. Но Езекия я молился. Шахийский луч. Я говорил, Господи, вмешается в кубу, оценись. Как я перед твоим лицом. Я стала вайда крикша. Верно. А смысла стала стыдно. Дарит только стыдно. Я угодно. Дарит только стыдно. Очень, очень важно. И люди сварили. Делать угодно. Дарит только спатыть. Перед очами Бога. Ты я вопреча. Аминь. Amen. Дальше. Tālāk. Еще один путь. Как приходит исцеление. Пригласить Иисуса в свой дом. Ierecināt Jēzu savā namā. Да. Jā. Многие люди, они готовы приходить в церковь. Daudz cilvēki ir gatavi nākt uz draudzi. Они готовы приходить на домашние группы. Viņi ir gatavi aiziet uz mājas grupu. Они не готовы. Bet viņi nav gatavi. Пригласить Иисуса в свой дом. Ierecināt Jēzu savā namā. Луки 8 глава. Лука 8 модель. 41 стих. Честно, первый из панц. Здесь написано. Турирак стоит. И вот пришел человек. Он дайте турнаться вирс. Имени Маир. Вата Яйрс. Которым был начальником синагоги. Тас бей синагогу стречникс. И пал к ногам Иисуса. Нокритис Иезу пе паям. Просил его. Вич то лудзе. Войти к нему в дом. Нак вене нама. Потому что у него была одна дочь. Я вене бе вена венега мейтина. Лет 12. А 12 гад 20. Та была при смерти. Уда гула и размешена. Когда же он шел. У вене мейот. Народ. Теснил. Я вот узнаю за вене. Посмотри, иногда люди готовы. Даже если ваты готовы. Идти куда-то. Едь как кур. Для того, чтобы от Бога что-то получить. Лосяня по колбу на дыр. Но люди не готовы открыть свой дом. Хотела бы на вата не открыть сам нам. Иисус. Лаезус. Пришел к ним в дом. Вара вина, вина. Хочу тебе сказать. Да без грибы до утра. Прими решение. Пини вару. Открой свой дом. Открой сам нам. Для Иисуса. Езу. Аминь. Аминь. Дальше. Тела. Еще исцеление приходит через усилие. Vēl dziedināšana atnāk caur tīklu. Сегодня я буду за вас молиться. Un tad, kad es šodien par jums lūkšu. Знаешь, можно просто ждать, что на тебя положит. Vai vienkārši gaidīt, ka uz tevi uzliks rūku. Tad jau pamožu dīvē. Tev svaidīs ar eļu. Можно еще приложить усилие. Bet var vēl pielikt piekūt. Un tad dalši написано. Un tālāk ir teicis. 41 stihie. 43. Pantā, ka viena sieviete. Она 12 лет. Viņa 12 gadus. Strādāla kļuva tiečiem. Cieta no asiņošanas. Но она услышала. Так я сказала. Об Иисусе. Пар Езу. И она поверила. Виня нотицая. И она сказала. Виня тейца. Если прикоснусь. Я тебе прискошусь. Я бы краю воде. Как лапе меня тебе вилла. То я исцелю. Так если тыкшу дзеленам. Сегодня, когда ты будешь выходить на молитву. Я ты нас тыкша узлупшина. А что? Зелепор. Приложи усилия. Пьелец пеку. Не просто подойди и подставь голову. Нам свекаш, я там смотрю за голову. Что-то шепчи Богу. Вы кажете, Богу, что сделал, бен лудь. Молись. Лудь. Молись. Лудь. Молись. Лудь. Молись. Лудь. Молись. Лудь. Молись. Лудь. Женщина, она на другое место. Турцита она пробиралась сквозь толпу. Гарица пробиралась. Она была с кровотечением. Меня бы осенешена. В то время это был позор. Да я лайк, это сбилая скромц. Сегодня многие люди, они своими болезнями хвалят. Что ты нам сделала, как делалась, аж сама Я часто людям говорю, да. Ты же целая кипсаку, зини. Болезни мне не надо хвалить. Не вай вылить, ты со слыми бал. Потому что раньше в Библии болезни это было проклятие. Да без какая из Библии, это же власть. А кто вылить? Тем, что проклятие пришло в твою жизнь. А что власть, цена отстава от зиме? Нормально, да. Нормально, я. Я проклят. Я сейчас много вода. Ну, радость какая. Daudz prieks. Kuču naabarot. Labāk tieši pretēji. Ja es ir ļoti. Es esmu dziedināts. Bots ļās viņā prakļāt. Dievs ir noņemts no manas lās, vai ne? Tētā blagoslovē. Tā ir svētība. Brānimi jau. Viņa brūkēs. Viņa izcīnīs. Mēs esam dziedināti. Viņa asinīs. Mēs esam apmazgāti. Znāju, zinči. Zini kādēļ? Štobu žīvi ļa pravdi. Lai mēs dzīvotu taisnībai. Amen. Štobu žīvi ļa pravdi. Lai dzīvotu taisnībai. Halleluja. Есть еще одно место. Галлера, рабство Библии. Библии. Был такой человек слепой. Бита, цаклс, цилакс. 40 лет слеп. Честный гады аклс. Вартимей. Винесался Вартимейс. И каждый день. У каждый день.
Он приходил к дороге. Viņš nāca pie ceļa. И он просил милости. Un viņš lūdza žēlstības dāvanas. Сегодня многие люди. Šodien daudz cilvēku. Они всегда хотят кого-то разжаловать. Viņi vienmēr grib kādu iežēlināt. Man tur vīrs pameta. А мне родители образование не дали. Bet man vecāki nav izglītību iedevuši. А мне еще чего-то в жизни не хватает. Man vēl kaut kas dzīvē pietrūkst. Ну попрошайте такие, знаете. Nu tādi iedevnieki. Вот так и в Артемии. Ну, да, показывай в Артемии. 42. 40 лет. Ну, попрошайте. Бега ведомец. Да. Я. Но однажды. Бет венрез. Он услышал. Винч садзердэ. Что есть Иисус. Ка ир Иезус. Который исцеляет. Куш дзиедина. Который разрушает врага. Куш изарда вас. Который может изменить твою жизнь. Куш вармани даму дзиеви. И в Артемии. Он в Артемии. Знаете, если читать историю. Зинет, я ласичу стасту. Это сегодня. Сышу. Выйди на улицу и говорить, он да, говорит, кричать. Тебе рот никто не знает. В то время в Иерусалиме там было 800 или 700 именитых людей, которые имели право громко говорить. И когда кроме этих людей, кто-то начинал говорить, эти люди сразу хватали и не закрывали человеку рот. Cilvēku sagrāba un aizmēra pie mūti un teica, klusēni, kas tu tāds esi? Un kad Bartimējs sadzirdēja par Jēzu, iedomājieties, ākls diedelnieks, 40 gadi, kā tā sievieta? Многие сегодня люди живут, скажите, daudz cilvēku šodien dzīvo, и даже по именам не называют. Их называют по каким-то событиям. У вас это есть или нет, но у нас это есть. Про какую-то женщину говорят, да, которая муж согнал выбросился. Это та, у которой муж наркоман. А, ну та, та, у которой муж наркоман. Это та, у которой сарайская. Та, та, у которой Кавказ. А это та, у которой... Он болезни какие-то. Да, и там проявляется. Что дьявол, он забирает у людей даже имена. Кавалс понят целовать. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? А Бог возвращает. Да, Диос отрежет. И вот так вот в Артемии. Да, в это свартене. Когда он узнал, что идет Иисус. Kad viņš uzzināja, ka viņš sāka savu. Jēzu Dāvida dāvs. Apžēlo mani. Un pielēd šodien piepūli. Я не знаю, у вас в Латвии читают или нет. Я не знаю, вы опять в Латвии ласы войны. Но в нашей школе читали. Пернулся в школу ласы. Он такой Тургенев. Знаете? Видит отца Тургенев. Я написал книгу «Муму». Он ведь узрастил эту грамоту, но сказал «Муму». Это была собачка. Это был сунитис. Вот не будь «Муму». Не сикажешь «Муму». Не будь сожмери соседу. Не будь как «Муму». Посыки каменем, не сика «Муму». Не будь как «Муму». Не сика «Муму». Говори Богу. Саки Дьяву. Кричи Богу. Саучус Дьяву. Проявляй настойчивость. Парали сам не отмахнуть. Знаешь, Зини. Может быть, где-то надо быть скромным. Поэтому как бы я вот перед целью. Но когда дело касается твоего благословения. Это друна я под того свети. Здесь не надо быть скромным. Из дома это ты не вай вот перед целью. Здесь нужно быть настойчивым. Что это я вот там не отмахнуть. Он Библия говорит. Настой. Капец не отмахнуть. Во время и не во время. Esi neapvairīgs laikā un nelaikā. Bet saprotiet. Vēlns, viņš ir nekāds. Viņš nevienam atļauju netrauca. Viņš vienkārši atnāk. Lai nozartu, nomaitātu. И он не спрашивает у людей. Дьявол приходит разбить семью. Он не спрашивает, Бог имеет нет. Дьявол приходит разбить здоровье. Он не спрашивает, Бог имеет пришел или нет. Дьявол приходит с сердечным приступом. Он не спрашивает у человека, ты выспался или нет. Он не просит человека, ты выспался или нет. Дьявол приходит с человеком деньги. Он не спрашивает, я вовремя или нет. Он не спрашивает, слайдзиги или нет. Ему все равно. Виням ир виен алга. Поэтому я хочу тебе сказать. Тогда я тебе хочу сказать. Когда ты приходишь в Бог.